Приветствую вас. Сегодня мы начинаем игру Watch Dogs. Ну и давайте посмотрим. Новая игра. Если начнете новую игру, сохранение вами будет продолжить. Конечно, подтвердить. Давайте начинаем новую игру. Про взломщика со смартфоном. Посмотрим, как он взламывал чужие телефоны, банкоматы. Да, кстати, компьютеризированный чувак. Очень продвинутый. Игра, ну, как считается, да, старенькой. Поэтому для того времени он был очень даже продвинутый со своим телефоном. Смотрим предысторию. Итак, опять какой-то придуманный город, как я понимаю. Запись видеокамер. Ну и, собственно, нет, это не мы. Это просто красивая тетка. Вот они мы. Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Тянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 тысяч за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Что это? Опа! Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Ну потерпи, чутка. Я сваливаю. Я тебя сейчас свалю. Это что за? Сворачиваемся. Ну вот, собственно, и предыстория. Давайте мы все находимся в этом здании. И нам надо свалить оттуда. Морис. Ну? Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Эйден Пирс, это я. Семью припугни. Этот парень доигрался. Чё-чё семью? Что-то не так. Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну вот так, все. Объявлена охота. Persona non grant. А вот сейчас кошмарный эпизод, конечно. Ужасный. Одиннадцать месяцев спустя. Да, ребенка напали. На бабу, господи. Да. Припугнули. Расправились. Это была жестокая расправа. Итак, игра началась. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа!
Я не знал! С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пикс. Никакой жалости к ублюдку. Не знал я ни про каких детей, все пошло не так. Советую подумать получше. Но... Может, даже если бы я знал, не сказал бы. Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Ну ты дебил. Я-то здесь. Чувак, лучше не лезь в это. И сейчас я тебе убью, дебил, потому что ты. Кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место, это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Так. Ага, блин. Плохо, что не заряжен. Плохо, что не заряжен. А. Понятно, так. Рукопашный бой найден. Тварина. Так, на Кью. Я устал прятаться. Не могу. Чёрта, Байденберг! Я убил его племянницу, он не остановится! Кто он такой? Что мне делать? Так и будет дальше! Пора действовать. Так, давайте посмотрим на Z. Что у нас здесь еще есть? Стоп. Лекарство. Е. Взять, ага. Химикат взял. А, что-то я могу мастерить, да? Взломать. Системный ключ. Материалы. Так, расходы какой-то. Не знаю, чего это такое. Что тут еще имеется? Так. Что у нас? Открыть. Давайте посмотрим, что здесь. Вау, деньги. Ну, денег я потом себе наберу, навзламываю. Так, не туда. Прошу прощения. Так, я его не убил. Так, надо мышку поменять. Так, идем. Куда? Куда ты пошел? Не понял. Господи, ты мне что, вот так будешь проблемы создавать? Не понял, подожди, что ты не идешь туда, куда тебе надо? Эй, Морис, слышь, чё, как придурок? О, чёрт! Где тебя носило? Чё? Это он мне. О, в бочину. И что же я вижу? Перо под ребро. Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Морис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Перс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Здорово. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так, так. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа. Я вызвал копов. Панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Морисовы братки. Джордж, здорово. Ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника.
а мы с тобой тихо смываемся. Спасибо, скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мариса и вали. Мариса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго. Есть тут кто живой? Вылезай давай. Так, я не понял, почему ты крутишься? Так, параметры. Так, стой. Что-то понять не могу. У тебя что-то где-то сбито, что ли? Чтобы спрятаться. Какую нажать, чтобы спрятаться? Не понял. Так, а как спрятаться? Всем дома не сидится так. Так. С. Понятно. Угу. Ну, ладно. Идут мертвяк. Тоже вайсрой. Смотрим. Так, точки мы достигли. Смотрим, куда нам здесь, чтобы залезть. Хорошо. Это было несложно. Так. Теперь что у нас? Камера. Вот так, так, так. Будем учиться скрывать замки. Так. Угу. Что у нас здесь? Нашел что? Нашел что? Так, открыли дверь. Так, а как нам выйти? А, эскейт. Так, а мы без патронов. Понятно. Так, чтобы... Так, нажмите опять какую-то... Блин, а какую нажать-то? Ну, Г. F. Alt. Даже не знаю, какую нажать-то. Какая кнопка тут? Так, взяли. Для начала взяли электронные компоненты. Так, удерживайте, чтобы открыть электрооружие. А, вот. Так, а как выбирать? Изготовить. Е. Так, изготовили одну ловушку. И сейчас надо бросить. Хопа! Взяли что-то.
Давай. Я не поведусь. Возьмять. Какую-то штуку взяли. Опа, опа. Не поведусь. Повелся же. И я уже здесь, блин, ничего не вижу. Меня слепит. Спокойно. Достичь. Достиг. И что мне теперь, как тут? Блин. Как мне тут пройти? Блин, даже. Ладно. Так. Потихонечку. Ух ты. Блин, ладно, не здесь и не сейчас. Не до этого. Все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Давай. Им же должны выдавать коды доступа. Так. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек, мышек эвакуировать 40 тысяч народу? Отлично. Закрывайте подвалы, можете хоть... Код доступа найден. Ради бога. Тут сейчас полицейский будет пруд пруд. И как мне взломать стадион? Так, давайте. Как нам туда попасть? Дай, Барри. Значит, пусть сам меня найдет. Так. Понятно. Устроить блэкаут. Как тут? Вот так. Ну давай. Устроили блэкаут. Замечательно. Ага. Так, тут никого нету? Никого. Все. Я вышел. Закроем дверь. И вуаля. Принял к сведению. Давай, выходим. А, доступ запрещен. Точно, я же блокаут устроил. Сейчас пока ничего тут сделать не смогу. Надо сваливать потихонечку, поэтому. Брать или не брать, твои. Хорошо. Давай. Ну это же хорошо, что вы меня не видите. Машина. Идем к машине. Так, полиция вон перекрывает, потихонечку нас ищет. Итак.
Ну, сесть в машину. Так, ускорение, торможение. Так, торможение, ну это понятно. Разворот. Удержание. Так. Ускорение, разворот. Ручной тормоз. Посмотреть назад. Shift. Смена камеры обзора. Наверное, C будет. Итак. Да, С. Смена камеры. Куда едем-то хоть? А, мне покинуть надо область. Вот что, точно. Я так понимаю. Что у меня тут? Дворик. Едем, едем. И сейчас уедем. Ой, я уж город-то забыл. Блин. Чё у меня везде? Прямо-таки травят. Опа. Ну тут финт должен был быть. Потом, может быть, и сделаю это. Ну-ка, давай. Должен вроде по мосту-то уйти. Давай, давай, гоночки, это вообще не мое. Не подключено, ничего страшного. Я нашел.